Десятки рейсов были отменены в субботу в парижском аэропорту Шарль-де-Голль из-за забастовки. Профсоюзы требуют проиндексировать зарплаты и провести переговоры об улучшении условий труда пожарных. Акция протеста началась в четверг. Службы аэропорта из соображений безопасности были вынуждены закрыть часть взлетно-посадочных полос, что и привело к сокращению рейсов. Забастовка проходила в субботу и в аэропорту Мадрида. В Испании протестуют сотрудники EasyJet и Ryanair. Задержаны более 170 рейсов, еще 15 отменены. Нам говорили о задержках на контроле безопасности на час-полтора. В целом все прошло хорошо, мы зарегистрировались без проблем. Я лечу в Лондон. Мне прислали письмо по электронной почте с просьбой прийти на 2-3 часа раньше. Испанский профсоюз Ryanair предупреждает еще о серии забастовок в середине и конце июля в аэропортах страны. Активисты требуют улучшения условий труда для летного состава.